29 октября. Мы подплываем к Палермо. Утро. 7:40 утра. Мы сейчас прогуляемся с вами по променаду и дойдем до панорамного ресторана. Очень красиво. Народу пока еще нет. Все спят после вчерашней дискотеки 80-х. Вчера здесь было полный этот променад людей. Все танцевали, отдыхали. Пока еще все пусто. Плаза Мировея. Это японский ресторанчик. Суши на втором этаже. Магазинчики. Зеркальные двери, непонятно, что за ним. Сейчас мы пойдем. А, ну, ну, forse l'ho messo le noci. Вот он галерея. Так, а пройдем мы с вами на рамку ресторана. Что здесь? Фотография. Красивейшая. Здесь какой-то магазин. Здесь что? Сам еще первый раз исследую эту палубу до конца. Здесь должен быть панорамный ресторан. Сейчас мы здесь ужинали. Вот этот ресторан. Рио де Оро. Что ли? Здесь недалеко стоит. Очень красиво все. Цветочек. Бутылочек. Снова устоят. Hello? Hello? May I see? Thank you. Ресторан панорамный. Сейчас я смотрю. А сейчас с вами, получив разрешение, пройдем посмотрим. Сзади полный. Очень красивый шлейф. Материк, не знаю, что это такое.